Всем привет, ребятки, меня зовут Спуди Да Диду, и мы сейчас проходим интересное приключение на болоте против всяких монстриков. И в этом нам поможет красный шарик, за которого мы, собственно, будем играть, ребята. Так что усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Так, а если вы не забыли, меня зовут Спуди Да Диду. Так, у нас не проходят первые монстры, потому что они попросту взрываются. А, кстати, вот эти ежи очень даже опасные, ребята. Поэтому мы их немножечко бензином подожжем, чтобы они к нам не подошли. Так, ого, почему их так много, ребята? Ого, вот это мы просто целую армию только что победили. Так, у нас тут еще эти бочонки кидают. Так, а эта рыбка может мне потом помешать. Мы сейчас ее так... Холодильник срочно. Так, что делаем? Нужно, значит, побольше накидать этой штуки. Все, чтобы они к нам не подошли. И те тоже, смотрите, сейчас подгорят. Так, еще один взорвем. Так, куда вы подходите? А ну-ка, падайте все срочно. Так, рыбка, а ты откуда тут взялась? Не мешайся ты мне. У меня, кстати, уже нечем этих монстриков-то уничтожать. И это не есть хорошо. Так, ну зато эту рыбку мы уберем противную. Нейтрализуем ее, скажем так. И эту штуку сейчас тоже поставим. Вот холодильник, конечно, в этой ситуации очень даже помогает. Ну, хорошо, мы им и воспользуемся. Сейчас подождем, пока эти чудики к нам будут подходить. Так, патрончиков у меня хватает. Ой, нет. Рыбешки тут полно. Эй, ты где, рыбешка? Наш холодильник достаточно долго стоит, поэтому у нас есть возможность перезарядить все свои патроны для того, чтобы их всех пострелять, ребятки, то они подойдут к нашему убежищу. Так, отлично, большинство рыбок вылезло. Все, мы их сейчас поубирали. И теперь нам нужно отстрелять эту партию монстриков, которые все пытаются к нам подойти. Такс. Что, это только один еж был? Да, дробовик ежика не особо берет. Так, пока, рыбешка. Ой, ну как-то долго мы с ними справляемся. Ну-ка сейчас. Да сколько на вас патронов-то надо, ежики, а? Фух, наконец-таки. Так, ну стоп. А то холодильники сейчас закончатся, и что я буду делать потом? 3, 4, 5, 6. 6 патронов на одного ежа. Но это как-то слишком много. Так, один енот отъехал. А, я остался бобер. Ну все, его-то мы можем подпустить. Да, и будем перезаряжаться и ждать следующую волну. Правда, жалко, что ничего мне не выпадает. Такого интересного. Так, вот они могут мне все подорвать, ребята. Видите, они на динамитах к нам плывут. Ай, нет, почему вас так много? Так, подарок. Есть, вы видели в нем это вонючая бомба была, которая нам очень помогла, ребята. Эх, придется ставить опять нам холодильник, потому что другого выхода у нас нету. Мы, к сожалению, не запаслись боеприпасами. Так, а с этими мне как справляться? Ну ладно, может быть они как-то к шипам сами пройдут. Не знаю, давайте хотя бы бочонки типа разбиваем. А, тут все ежики, да? Ну, прикольно. Так, а что будет со мной сейчас? Так. Так. Ух ты, как у нас уходит из жизни. Но они сами об колышки-то это уничтожаются. Так, мы продолжаем. А, все, мы их победили? Или что? А что их еще больше-то стало, эй?
Фух, ну хотя бы этих отстрелили. Арбалет, кстати, меня очень выручил. Экс. А, тут опять ежик. Все, на ежика у нас хватило, и мы прошли. Ну, все, такого, конечно, больше не будет. Сейчас мы пополним наши припасы. И будет все очень круто. Так, арбалет, конечно же, и миниган. Так, что по поводу взрывчатки? Это побольше бензоканистр. Батарей. Так, в общем, боезапас пополнил, но, к сожалению, следующим уровнем у нас будет уровень НЛО, который я не очень люблю играть, ребята. Ну ладно, истина где-то здесь. Все припасы наши были забраны, но ничего страшного. Так, ой, куча зомбаков. Ну, пускай они взрываются там на минах, или мы лучше побережем, да, минки? А, не хватит у нас патронов, чтобы уберечь. Эх. Ну ладно. Ой, патроны на миниган. Здорово. Здорово. Так, холодильник один. Ну, холодильник это такое, конечно. Ну, спасал иногда. Так, давайте эту штуку используем, вонючие бомбы. Вот они на ней падают очень даже быстро. Так, а ну-ка иди сюда, летающая тарелочка, ты мне нужна. Так, ну что там еще работает наша вонючая бомба? Ну, как-то маловато, ну ладно. Так, давайте возьмем теперь арбалет. Чё, всех зомби за раз? Вы серьезно? Так, вонючую бомбу сейчас используем. Так, вот и зомбачки все попались на вонючую бомбу. Можем еще их пострелять, чтобы они быстрее отстали от нас, и все. Так, где тут мое НЛО? Еще одна вонючая бомба. Неплохо, неплохо. Так, давайте возьмем арбалет. Так, и большинство зомби, смотрите, мы отправили назад в болото. Так. Сейчас кто-то подгорит. Юху! Кстати, довольно-таки быстро они подгорают. Так, что у нас тут холодильник? Ну-ка, уходите, зомби. Слабенькие зомбачки. Еще миниган. Ну, знаете, ребят, значит, его пора использовать. Юху! Ну, почти, почти у нас хватило патронов. Прямо почти. Так, а там я вижу, даже кто-то решил подгореть. Такс, холодильник, монетки. Чё ты там кидаешь меня эти... Фух, я думал, НЛО в нас летит. Это оно просто упало от того, что мы его, ребята, победили. Так, здорово. Чё, ну у нас вроде бы все есть. Поэтому поехали к 11 уровню. Давай повесели меня. Ну, сейчас повеселимся. Так. Этих мышонков мы вот так вот постреляем с арбалетика. Так, ну этих, наверное, само заденет. Чё это нам дали такое интересное? А, вон они кто тут бегают. Что? Ладно. Миниган мне в помощь. Текс. Вау. Вот это сейчас будет взрыв, ребятки. Вот это взрыв. Бум. Получайте вы все, монстры. Классно. Так, и все бомбы теперь дящие. Они вообще не могут подойти даже на секундочку. Так, можем еще такую им штуку кинуть.
Так, прямо все повыкидываем их. Чтобы никто к нам не смог подойти. Так. Ой, как их много-то всех. Так, а чё, у меня все закончилось? Все самое интересное закончилось, ребят. Нехорошо, нехорошо. Так, сейчас мы перезарядимся. Погодите-ка. Стоять, 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 зомбачки. Куда это вы собрались? Так, вот эти стрелки, конечно, мне очень мешают. Поэтому мы сами сейчас их отстрелим. Так. Ну и отлично. Все, ребята, мы справились. Ура! Вот так у нас получилось прохождение. Надеюсь, вам очень понравилось. И вы поставите кучу лайков. Ну что ж, ребят, я с вами был Спудидоиду. Всем спасибо и всем пока-пока.